Добрый вечер всем. Мы давно не выходили в эфир. Мы сейчас... Сегодня что у нас? Суббота. Хоть все. О, смотри, какая машина. Посмотрите, какая Волга. Да-да-да. ГАЗ 21. Мы на Александровском бульваре, бывший... Проспект. Проспект Мира, да. Александровский проспект, бывший проспект Мира. Слушай, давай пока вот этот памятник посмотрим. Мы все время проходим мимо. Это какому-то польскому, по-моему, да, писателю, да? Угу. Адаму Мицкевичу. Да, вот, да, это Адаму Мицкевичу, польскому поэту, романтику, одесситы. О, это, да. Сейчас у нас вечер. 6 вечера. Ой. У нас были очень сильные, был сегодня очень сильный дождь, гроза, ветер. Что? Бывший ресторан Киев. Да, бывший ресторан Киев. Мы немножко выбрались на улицу, в город, на улицу, в город. У нас такое романтическое настроение. Мы идем сейчас, проходим улицу Бунина и идем на Тираспольскую, бывшая... Ой, Тираспольскую, это что ж такое? На Греческую площадь, бывшая Мартыновская площадь. Ой. Да, дождь был такой, что мы... нас нашу улицу немножко затопило, там, где мы живем. Мы не будем говорить, где мы живем. Мы не скажем. Это секрет. Ну, видите, все равно люди посидят, отдыхают. Все-таки суббота. Мы снимали Греческую с той стороны справа. Сейчас мы идем с этой стороны, с левой. Ну, мы здесь тоже снимали. Здесь такой большой бизнес-центр. Оливия-центр. Папа, ты опять со своим профилем греческим. Пошли. О, смотри, такой он здоровый. О, большой, очень большой. А это, знаете, вот этот такой греческий первый подземный шопинг-центр. Он подземный, да, вот туда спускаешься вниз, на эскалаторе. Можно зайти, сейчас покажу. Да не спеши, жуй. Папа все по сладости, шоколадки все кушает свои. А, здесь не эскалатор. Ну, эскалатор там, с той стороны. Хорошо, вот здесь. Здесь лестница. А, ну идем там. А эскалатор вот там, мы там спускались по эскалатору. Сейчас я вам покажу. Вот там по эскалатору мы спускались. А здесь такой ресторанчик. Вот это площадь Мартыновского. Да, ее не узнать вообще, она изменилась. Вот видите, вот этот греческий первый подземный шопинг-центр. А здесь эскалатор. Пойдем? Нет. Вот мы были там, видите? Это вот бывший ресторан Киев. Можем зайти просто показать эскалатор. А туда зачем нам? Нам туда не надо. Вот видите, эскалатор. И там магазины. Ну, вы же понимаете. Всякие рыбки тут висят. А мы пойдем другим путем. Мы пойдем прямо. Смотрим. Да, вот здесь, смотрите, здесь у нас лужа. Сейчас мы через лужу идем. Так хорошо, дождик такой был, знаете? Приличный дождь был. Решили прогуляться и вас прогулять с нами. Вот это вот Антошка магазин. Детский, там все для детей. Товары, одежда, обувь, игрушки. Ну, все. И все такое. Все новое здание. И все дорогое. Новое здание. Причем тут новое здание? Ну, новое здание. Ну, и что? Я имею в виду, что не старое, что новое. Ну, видно, что новое. Не надо нам там.
Ты хочешь пойти там? Мы пошли, хорошо. А это мы идем через Афины. Это все тоже Греческая площадь. Вот. Сейчас мы пройдем через Афину, чтобы вы понимали. Вот мы шли, показывали вам Афину. Сейчас мы внутри. Сейчас мы пока... Ой, кофе пахнет. Это, смотрите, это такое большое дерево здесь. Железное, да, металлическое. И магазин Таврия продукты. Это сеть у нас магазинов. Вот. Самый первый репортаж — это у нас железное дерево. Ну, это был не репортаж, а просто видео под музыку. Это я, мы учились, пробовали, начинали. Мы тогда не собирались ничего такого, просто хотелось попробовать что-то такое. Вот видите, ну вот здесь вот много этажей. Сейчас, вот видите, как вверху, вот смотрите, смотрите. Это вот такое все. Ну, а здесь очень много магазинов разных. Здесь золото, телефоны. Вот там ресторанчик. Смотрите, здесь такой шар висит огромный. В общем, вот так вот. Много сетей магазинов. Всего-всего-всего. Это вот Ева. Вот, смотрите, Ева. Это тоже сеть магазинов определенных, ну, определенных товаров. Смотри, смотри, сладко ешь, когда мы купили конфеты. Вот сейчас он дерибанит пакет. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас покажу, какая-то обжора. Ой, вот тут люди кофе пьют. Видно, хороший кофе, что тут всегда много людей. Смотрите, все, покажи. Всего две, ух ты. Пока. Вот, видите, мы опять вышли на Греческую площадь, только с другой стороны, видите, и Греческая улица. Вот здесь начинается, или заканчивается, заканчивается здесь Греческая. Не, не заканчивается, а прерывается и проходит дальше до Преображенской улицы, бывшая Советская армия. Ну, давайте мы пойдем прямо по здесь. Да. Мы уже снимали здесь вот это новшество, качельки. Ну, я смотрю, здесь люди, людям понравилось. Нам тоже понравилось, качался, вы знаете. Оно вроде бы как так ничего, ну, ну, мне нравится, не знаю, да? Угу. Оно кажется вроде бы неинтересно, а так вроде бы... Когда я в Фейсбуке увидела... Качели мне не... отсюда убрали, поставили туда. Да, мне... Когда я в Фейсбуке увидела, мне не понравилось. А потом, когда мы пришли, ничего, так оригинально. Смотрите, людей много здесь. И декоративная черешня. Да это не черешня. Я могу с тобой спорить. Хорошо, я не хочу с тобой спорить. Это черешня. Хорошо, пусть будет черешня. Вот видите, детям нравится. Тем более сейчас не жарко, прохладно, потому что здесь... Днем здесь пекло, ну, когда жарко. Сегодня не было жарко, сегодня было дождливо. И мы выходим на Дерибасовскую. В общем, мы все дороги ведут на Дерибасовскую. Ну, что ты поделаешь. Вот такое. Вот. Здесь, вы смотрите, вот так вот это все смотрится. Греческая площадь. Бывшая Мартыновского. Сегодня суббота, 18-е, да, по-моему? Угу. О, слушай, у меня шнурок выскочил. Сейчас, подожди. Здесь такая есть лесенка. Сейчас я... Ой. Ой. Тут у меня из кроссовок шнуровка выскочила. Сейчас. Ой. Ой, я извиняюсь. Пожалуйста, извините. Мне, наверное, тут дернулась. Такая девочка воображулистая. Это такое на Дерибасовской, вы, наверное, видели уже не один раз. Типа ярмарки. То, ярмарка, мы не хотим сюда идти на ярмарки, да. О, байкеры на своем месте. В Европу идем? Ну, потом. Байкеры на своем месте стоят.
Я не, вчера видела по Фейсбуке, по Фейсбуку показывали байкеровскую свадьбу. Возле оперного они были. Что-то такое шумное и веселое. Вот видите. Ну да, есть на Дерибасовской люди. А что туда? Гурсат? Не, не надо в Гурсат. Пошли прямо. Возвращаемся. О, Дерибасовская идем. Помните мужика, который нельзя было никогда в него видеть? Идем по известным всем местам. Все это все видели, знают. О, смотрите, какие лужи. Ну, как, не должно же быть здесь луж. Значит, это кривая дорога, да? Mm-hmm. Ну, ну, как это? Как это, как это? Вот так это. Вот так это. Да, мы сейчас пойдем немножко по Дерибасовской. Заглянем, что там. А, стоит лошадина такая смешная. Ой, кошмар. Да, да, да. Привет, кошмар, привет. Кошмар, кошмар, кошмар. Я Юлий Цезарь. Да. Супер, супер. Так, ну вот наш красный переулок. Обновили. О, поставили. Смотри, поставили, чтобы не ехала машина. А, они и там поставили. А что там, полиция что-то стоит? А что они там охраняют? Там же гостиница. А, под ноги смотрим. Да. Вот тут здесь был магазин Ева, сейчас его что-то ремонтируют. А теперь что-то другое, да. Ну, вверху гостиница. А уже Евы нет. Да, переехали. Ну, я выступила себе дальше. Ну, она дальше по Дерибасовке есть, да, но мы привыкли. Видите, в Макдональдсе прилично людей. Хотят люди Макдональдс. Но мы не ходим выбрать. Хотя я не понимаю, зачем они его хотят. Ну, у каждого свой выбор есть. Потом. Мы же не любим. Фастфуд, конечно, не любим. Зачем же... О, смотри, какой... Она то что, она сфотографирует с этого фотоаппарата? Да, посмотрим. О-о-о-о. Момент, рабочий момент. А птичка? А птичка не работает. Жалко. Улетела птичка. Мы повернем налево и пойдем во дворик. Через этот дворик мы пройдем на Екатерининскую. Карла Маркса. Бывшая, да, Карла Маркса. Мне мой любимый гречек подсказывает. Если ворота были открыты, можно было выйти на Лжаловство. Угу. Ласточкина. Да. Ну, сейчас смотрю, они закрыты, да, вроде да, бы? Да, вон такие. Сейчас посмотрим. Вот люди... Это жилой двор. А, смотрите, вот здесь вот кафе. Отель Рено. А, это отель, да? Да, маленький. Но они, видно, имеют здесь... А-а-а. Свой контингент людей. Нет, но я имею в виду, вот это ж кафе, наверное. Нет, это тоже все. Ну как это? Ну что, они здесь живут на улице? Отель это кафе. Рено от него. Игорь, вот это что? Да, это от отеля. Ну так это что? Идем, хорошо. Кися маленькая, кися. Так. Да, ну тут везде вот такое. Мы там не пройдем. Видите, люди тут себе все перегородили, чтобы туда не ходили. Налево. Налево. Что ж ты меня завел? Так. Здесь когда-то был фонтан. Здесь сидят только те, кто знает. Молодежь. Молодежь, да, молодежь. Молодежь развлекается, дерево, отдыхает. Было дерево, стал пенек. И мы... А здесь даже адрес Катерининская, 14, смотри, это считается. Угу. Понял? Угу. А вот, видите, вот там ворота, это на Ланжероновскую. Бывшая Ласточкина. Ласточкина. Ну, давайте пойдем. О, кися, кися, посмотри, сидит
на машине сидит, после нахалка такая быстрее. Сидит. Такая невозмутимая. О, нас увидела, убежала. Ну, там тоже ресторанчик, который выходит на Лонжероновскую. Это паб. Шотландский паб. Европу сверху видно. Да, вон видно Европу с Дерибасов, с отсюда, на Дерибасовскую. Смотри, адрес Екатерининская. Я думала, это внутри адрес Дерибасовская. Ты посмотри. У нас здесь жила одна знакомая. Сейчас она в другом месте живет. И вот смотрите, какой дворик. Это все. А это тоже Екатерининская 14. Смотри. Да. Ремонт. Лестница на второй этаж, на улице это святое. Угу. Ну это не жилое, да? Что-то? Это не жилое, да. Это отель, мини-отель. Угу. Это то, что вот там при выходе написано на Екатерининской. Везде котят. Посмотри. Мне кто-то сказал, а где кошки? Вот они, вышли. Смотрите, и текают, все текают. Что? Смотри, там какой был. Тоже, посмотри. Угу. Смотри, как красиво смотрится. А напротив двор там, где жил Водяной. По Екатерининской. Да, там жил Водяной. Мы снимали этот двор, просто я не говорила. Ну, иногда, знаете, как бывает, спонтанно идешь, снимаешь, и вылетает из головы, а потом, когда вспоминаешь, вон тот двор, вот там жил Водяной. Вот там жил Водяной. Хочу в Европу. Все хотят в Европу. Вот. А, кстати, у нас же здесь свободная зона сегодня. Ой. Мы можем здесь идти. Смотри, можно вот так. Хотите сюда? Хотите сюда? Они аж там перекрыли. Ну да. На греческой. Я не знал. Раньше думал здесь. Ну, здрасте. На греческой. Был дождь и очень сильный ветер. Такой ветер был сильный, шквалистый, что штормовое предупреждение было. Говорили, чтобы не выходили на улицу. Смотри, что ремонт делают в Братиславе, да? Ну, что-то делают. Да, ремонт. Бывшая Братислава. Сейчас клуб какой-то. Ну, я не знаю, что там сейчас. Там сейчас, по-моему, вообще пусто. Вот, смотрите, можно идти... Ну, давай там пойдем. Смотрите, и здесь Дерибасовская. Смотрите, вот такой автобусик. Смотрите. Поехал. Электро. Откуда ты знаешь, что он? Они все электро, на аккумулятор. Так ты на Екатерининскую найдешь? Ну, а что тогда мы здесь? Это вот Дерибасовскую перекрывает, чтобы по ней не ехали. Вот такими камнями. Только для спецперсонала. Экскурсионных, для велосипедистов. Ну, вообще, сейчас велосипедисты и вот эти самокатчики, да, опаснее, чем автобус или машины. Сентябрь. Ну, знаете, не холодно в Одессе. Это сейчас градусов 20. Мы идем налегке. Вот не надо никакой ветровки, ничего не надо. Нормальная температура. Народ так отдыхает. Похоже на немцев. В общем, мы такой круг сделали. Так, мы не красивые, давай.
Я не знаю. Вот Европа. Мы сейчас остановимся. Ну или выйдем в Европу. Вот смотрите, Европа. Торговый центр. Да, торговый центр. Вот такие двери крутящиеся. Это видите, сейчас мы зайдем. Опа. И пойдем. И пошла от бедря. Есть лифт? Есть. Мы поедем на лифте. Вот лифт. Так, сейчас мы приостановим, потом включим. Вот показываю, сколько там всего. Продолжаем нашу прогулку. Мы вышли с Европы на Дерибасовскую. В Европе Таврия мы там покупаем кое-какие продукты. В разных супермаркетах разные продукты, которые выгодно покупать. Поэтому мы знаем, где как. Самое выгодное это ВТБ. Есть такая сеть супермаркетов АТБ. И там всегда скидки и цены гораздо дешевле, чем в Таврии или в Сельпо, или в Обжоре. Ну вот итальянский ресторанчик, смотрите, да, сидят люди. Как неудивительно, очень много иностранцев, очень много. Мы сейчас были в Таврии, и там были иностранцы, покупали продукты. Это не понял, что за иностранцы? Какой? Какие, не знаешь? По-моему, англичане. Англичане, ну? Хотя сейчас все по-английски говорят. Не, ну если бы они были немцы, они бы говорили по-немецки. Международный язык английский. Ой, я томляю. Элементарные слова по-немецки, по-французски все тоже могут сказать. Особенно в магазинах, на кассах их обучают. Это вот турецкий такой ресторанчик. Здесь всегда сидят, я так поняла, свои завсегдатые, как правильно? Завсегдатые, да. Очень хорошо на улице. Не холодно. И не жарко. И не жарко. Приятная погода. О, смотри, байкеры уехали, да? Да. Один остался какой-то такой. Может, отправляю. Наверное. Еще в Одессе будет сегодня прохладно, но еще будет пару деньков. Я думаю, что даже не деньков, а до конца сентября. Будет держаться погода 20 и 24 градуса будет. Так что все равно приезжайте. Да, на море, я не знаю, трудно сказать. А погулять, отдохнуть, провести приятное время можно. Смело приезжайте. Смотри, такое вот кафе. Что за кафе? Без колес, да, трамвай. С той стороны привала. Ага. Такой на Строконов стоит. Да? Интересно. Поставили. Это Горсад мы проходим. С правой стороны. В летнем саду что-то есть, видишь? Звук. Да, сейчас в летнем саду, саду постоянно выступления, спектакли, концерты. А, сейчас джазовый идет фестиваль, да. Mm-hmm. Но я не знаю, в этом ли, есть ли в летнем театре. Да, звуки такие. На рок похоже. Похоже на рок, да. Да, это явно не джаз. Ну, вот это грузинский ресторанчик Кинза. Тоже люди есть здесь. Сидят. Ну, выходной есть люди на Дерибасовской, понятно. Сейчас можно через пассаж пойти, да? Да. Мы давно там не ходили. Сейчас пойдем.
через пассаж и выйдем на Преображенскую. Бывшая советская армия. Смотри, как орёт. Ничего себе, да? Музыка, да? Да. Ого. Тяжелый рок, там динамики стоят. Да. Не поняла, что это уже за сетку повесили? Магазин, как ремонтировать? Смотрите, пассаж. Это мы в пассаж ходим, но его забаррикадировали сеткой. Это пассаж. Да, ты посмотри. Съемки, может быть, дефиле какое-то? Да, скорее всего, дефиле, не может быть, а точно. Мы как-то застали, снимали один раз вечернее дефиле. Ну, сейчас даже интереснее, да? После. После. Прямо. Красное платье, черное крылья. Интересный такой подиум, смотрите, оригинально. Здесь девочка с крыльями. Как вы понимаете, как вы видите, жизнь в Одессе кипит, много разных мероприятий, фестивалей, выступлений. Видите, мода. Что это там такое? Такие модели их фотографируют, снимают. Ну, немножко пассажа, немножко пассажа. И это выход на Преображенскую, на советскую армию. О, ты бал. Идем по Преображенской. Там парк, сквер, Воронцовский сквер. Соборная площадь. К Соборной площади мы подходим, да. Как это? Все. И Греза сквер, говорю, Воронцовский сквер, то называется. А это Соборная площадь, да. Ну, внутри же Соборной площади. Что? Переходим улицу Греческую. Где-то она заканчивается. Сам собор. Уже темнеет. Мы пришли на остановку. Да, здорово потемнело.
выглядит. Смотрите, магазинчики. Преображенская, 38. Мы сели в трамвай и едем домой. Получается, опять Игорь Сергеевич.